А вы знаете, что фильм «Кин за-за» документальный? А мне пофиг. Рядом с памятником рабочему и колхознице есть композиция из зеленых насаждений ржавого железа. Этот арт-объект из цветущих растений и ржавого железа получил в народе неофициальное название «Парк Кин-за-за». Ку! В простонародье это называется «Парк Кин-за-за». Ку! Здесь также имеются суровые, жесткие скамейки без спинок. А чё, мне пуфик. Я сижу, и мне пофиг. Такая скамейка легко превращается в мягкий пуфик, если бросить на нее рюкзак и на него сесть. А чё, удобно, а мне пуфик. Я сижу, и мне пофиг. Мама, мама, что я буду делать? Ку! Как вы считаете, ку или не ку? А мне пофиг. С вами были независимые блогеры Лена Магадан и Колян Платков. А мне пофиг. Нам, конечно, пофиг, но ведь интересно же. А мне пофиг.